уголовное дело по факту крушения вертолета «Робинсон» в Забайкалье. Об этом «Лайфу» сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте. Местные жители могли видеть момент крушения. Он упал на расстоянии 10 километров от села Нижнее Герюнино Балейского района. Это почти граница с Китаем. Там и были найдены обломки и тела погибших. На борту находился генеральный директор золотодобывающей компании «Урюмкан». Борт летел из поселка Золотореченск в артель Дзалай-Кадай. И между ними по воздуху всего 30 километров. Однако вылетели еще в субботу они, но на связь не вышли вовремя. Полет не был согласован, поэтому информация просочилась только накануне. Вечером вертолет искали 150 спасателей, 3 воздушных судна и еще 3 десятка единиц другой техники.